Завтра, Что Джо. человек полагает? Включай, Леха. А что, слышу, снимался, я забыл, что ли? Как включать-то, блядь. Демонстрация экрана. Экран. Мой ДПС-то видели, бля, нахуй? Что нахуй? Ничего нахуй, ничего не говорит. Че, видно что-нибудь? О, все, спасибо. Да, заебись. Походу Моник 4 дюйма, да? Нажрался, пацаны. 34, 21 на 9, ну. Я просто на своей девятнашке, знаешь, блядь, охуительное изображение такое. Не, я вообще на телевизоре играю в 43 дюйма и ничего. Мне уже 27 кажется маленький. 43 дюйма лагов, вы прикиньте? Ну, прикольно. 24,5. Я просто, я в РДР 2 играл, у меня было 60 кадров, блядь, зашел поиграть в Вовку, ебать, 30. Я думаю, пиздец. Я тебе говорю, на офи не лагает, тут лагает. Ну, это Сирус, у меня частота смены кадров 60. Потому что актуальный Warcraft не лагает. Ёбаные бичи, блядь. Warcraft актуально не лагает, потому что там движок немножко другой, и там раскрывается видеокарта и процессор, а тут только процессор. Да, я думаю, плюс еще тут, скорее всего, процессор как-то ограничивается. Ну, типа, блядь. Вот тут, скорее всего, как в линейке, потому что в L2 грузит да только просто, типа, на половину ядра. Сделан... Ну, я тоже так Сирус, думаю. Сирус, и все. Это же уже 100 раз обсуждалось. У меня процессор работает на 20%. Тут просто все упирается в то, что Сирус и даун. А на офи 12. Игра поддерживается. Ну это тоже, блядь, народ. Поддерживается, раньше, обновляется, типа, исправляется. Да, это... Народ раньше вообще жаловался, то, что лагает, блядь. Но... Не, игру это Сирус. Потому что там людей триллион играет. Можно без лагов играть, это надо, короче, опускать версию Windows до XP. 32-разрядную ставить. И... Нет. Чё, лучше нет? Просто в Моник шлепну рукой и все. А, ну можешь так. Чтоб лагать нечему было, да, Лёха? Ну конечно. Да ходи в нет, я говорю, у них же ядро такое старое, что пиздец прям нахуй. Они сюда навешали всяких, блядь, слоев нахуй, а своих рисованных, блядь. Новые запчасти на комп не будут работать на старом, где без фикса. Это раньше на катаклизме. У меня, кстати, бывает, я сейчас вот зашел. Это призан, возьми раньше куда-то, там, вон, в центр между звездой и кружком, например. Чтобы ты всех дотягивался. А то я лагаю, лучше постою нахуй. Если что, отбегу от звезды. У меня тоже просто на 20% работает. Блять, а как нахуй поднять, чтобы хотя бы 40? Он не будет у тебя никак больше работать. Никак. Выкинуть нахуй с окна его нахуй. Только в минималке все убить. Да даже если в минималке все убьешь, ничего не будет. Да почему тут минималки, если у меня используется из 4 ядер одно? Ну да. Да, она так и будет одно использоваться. Надо будет в инете погуглить. По-любому как-то можно. Может, блять, как-то это, настройки, как-то это. Через папку. У меня 4 ядра, кстати, используется. Давайте сейчас этот под левую ногу встанем все эти милики. Я ж тогда скидывал вот эти все команды вылететь. Да, я чё. Которые... Дайте пись с собой, пожалуйста. Пельмень. Пельмень. Если звезде будет пельмень, скажете. Печеньку. Печеньку пельмень одну. Центр в миле. Пиздец, нахуй. Сказал же, блять, куда летит даже. Ну мы, блядь, ну, ты, блядь, ну, ты делал, блядь. Центр, блядь, от ноги к ноге не бегает, блядь, оно и летит в центр, блядь, отбегать вообще. Печеньку не вынесли. Да, печеньку не вынесли. Ну, бичи нахуй, хули. Милик. Встали в центре, блядь, и бьют все, блядь. Бичи. Ёбаный в рот, блядь, нахуй. Вы что, сука, рейндж держать не можете, нахуй? Синтека, кто там блевал?
И остальные, нахуй, 5 человек, блядь. Пельмень. Друид инвалид, резай синтека. Он сейчас без спор будет, нахуй. Пельмень. На едкую дубовку готовь. И гламур массакру с баблом, и на синтека еще каплю добавишь. Вэйю летит. Ему похуй. Пельмень под правую ногу летит. Спору в звезду. Пельмень. Звезда немножко левее, звезда немножко левее. Ну и пельмень летит, видите? Танка держи. Пельмень. Выжил. Шалфир на хп, шалфир на хп. Ему, блядь, муж-то зубы дал, нахуй. Хорош. Пельмень. Блюем. О, блядь. Сука. Держите рейндж, нахуй, получше, блядь. Почему по 7 человек блюет? Вы что, слепые, сука? Пельмень. Сейчас уже не надо ничего сносить, встаньте на рейндж ровно нахуй, по 10 метров друг от друга. 17 лямов, мы добьем доедкой. Пельмень. Синтек где-то далеко нахуй, не достаете ее нахуй. О, блядь, пельмень слил. Ой. Да не видно из-за звезды нахуй. Я на воду смотрю нахуй. Правую ногу летит. На нахуй. Стадо бичей. Ну, блядь, они все по центру стоят. В дерево летит какой-то. А, ну уже 2 ляма добили. Друид инвалид, конечно. Рейндж, бля. Очередная великая победа Орды. Тупо крынге какой-то. А сколько нет? А, есть. Этот, слышишь, Срянти, не уходи, иди сюда. Я не вижу кровь. Кадриси, аккуратно, там ловушка. Две вроде разбили. Да, я тоже не вижу. Не видишь? Ну, кто видит кровь? Я вижу. Иди сюда. А вот это, кто квест на посох взял, он взял квест? Я не пойму, как я его могу увидеть, если я уже шим получил. Ну, не знаю, по старой памяти, может. Ну вот, вижу, ладно. Сейчас я тебе дам лутера, на Рианте скинешь. Потом мне лутера, да, этот осколок заберу. Угу. Так, Рианте, четвертая пати. Угу. Так, быстро отойду, дверь закрою. Невозможно присвоить предмет. Да он, блядь, квест не взял, все ясно, ладно, хуй с ним. Бля, я не ебу, что там делать надо было, нахуй. Квест взять надо было на первом этаже. Какой первый этаж, почему нахуй? Даларани он берется. Даларани, уронина, возьми, иди квест. Я понял. Да забей хуй уже, нахуй, в обычке лутанешь как-нибудь в другой раз. Давай попробую, подожди, сейчас монет. Ну, бля, нихуя себе, мы пришли, блядь, ждать эту всю хуйню. А тогда не нужно сюда за плащом, который просился? Да, а, да, да, да. А, где тухлый, да? А, гнилой. Да, тухлый. Гнилой. Ну, вроде гниломор. Здесь же падает. Гниломорт, и мне нужно гнилую валитре, нужно все. Какому-то хилу надо травму отсюда? Ну, ты знаешь сам ответ, нах. Я могу на это зайти. Хочу. Нет, так, Void Spiritus пролетает, ебать. В смысле не пролетает, ну, да. У меня Holy Priest есть. Пролетаешь, да. Блядь, ничего. Надо на полчаса отойти. Вот Рависту, вот он, ему на офспект. Алло, алло, на полчаса отойти. Кто? И... Ну вот берите себе Закханыча. Рарник на полчаса? Ага. Ну я здесь. Моя ваха. Его голос был. Он, кому там плащ нужен был. Простите.
Так, блядь. Это от пива, нахуй, блядь. Пивное, нахуй. Хуже. Хуже. Я просто плотно покушаю, ебать. А чё, ба... пивная нахуй. Бомба тупо. Банку дадите? Пиво? Банк. Пиво? По банке? Мониторки, да. Мощен, давай, ловлю, брат. Сейчас, дай ответственного, попробуем сейчас передать. Вот, я ГБ поставил, дай банку, банку, пожалуйста. Слава. Прилетел приз, попробуйте ему скинуть. Ответственного кровь. Дай, попробую скинуть ему кровь. Давай. Вот, дай банку, я ГБ поставил. АПшную. Лингрена и Холи Дринка голос нахуй похоже, да? По пиздец, да, Лёха? Одинаковые голоса. Угу. Все, передал кровь. Да, вас просто путают. Или нахуй. Да мы просто старички. Ча, релогнуться надо 2 секунды. Так, частицу на Ханта. Хант, звезда. С шалфиром стоишь. В кружке стоит... Рианти и Притон. В ромбике стоит. Ай, блядь, что там с РДД еще нахуй? Короче, Вадикон с Эй. А в треугольнике Равист с Ворлдом. С РДД чисто. А че, блядь, с Детейлсом творится нахуй? Если кто-то подыхает, Синтек на рейндж. Юлечка на боссе, да? Да. Подожди, Хукмастер, Лингрен, кто поводит лучше? Лингрен или... Я положу, да. Все, да. Тогда так. Ой, кто-то спулил. Ой, ебать. Ебать вы. Ём, да? Все на выход. Не успели, заперли, сука. Класс. Ебилы ебущие, блядь. Падаем, ебать. Давайте, бичи, ПП. Падаем? Ну, конечно, падаем, блядь. Бараны, трое, нахуй, нахуй вы пулите, блядь. Полидрин, давай диван, блядь. Да, он на Юлю. Первый кинул. Удар, атака ближнего боя, Зе Ханыч. Понятно. Я его не трогал вообще. Ты правой кнопкой мышки нажал. Пет твой спулил. Это что, да, Зе Ханыч, это Пет твой. На плащ падает. Ну, пиздец, бичи, блядь. Умер. Я не знаю. С первого трая закрыть леди и нахуй такой вайп, это пиздец. А как это вообще возможно? Я босса даже в таргет не брал, как Пэт на него полетел. Куда вы тело покидаете? У нас что, масреса нету, нахуй? Куда вы, блядь? Ёбаный в рот. Петовский, видимо. Все логично, это, блядь. Это мистика. Не, твой питомец не бери в таргет босса, не бери решил, в таргет босса. Так в том-то и проблема, что я босса в таргет не брал вообще. У тебя, может, значит... быть, Пет стоит на атаковой. Нет, на защите у меня Пет стоял. Неудержимый Пет. Скорее всего. Он решил хулевый сгонять. Пока на пассиву поставь. Да, я конечно просто побью. Сейчас поставлю. Слава, личку глянь. Угу. Да ебать, у меня тут же то же самое было. Это, ты говоришь. Пет на защите, я босса в таргет не брал. Но я ж типа знаю, что, блядь, та хуйня может спулить, ну, блядь. У меня такое бывало, когда я босса в таргет взял, он просто полетел. И самое главное, что он убил меня, блядь, самого первого. Ну ты, блядь, просто самый противный, блядь. Ну ты самый крутой просто, как бы, тебя, думаю. Ну это понятно, но... А дайте столик, блядь. Это, если маны наберу, нахуй. То, блядь, как бич без еды маговской. Почему как? Вот это, 3 сараница, дай? Сейчас, я тебе скину потом. Шантаж. Еще раз глянь. А у меня 2 только, нахуй. Опа. И у кого? О, полироль купить. Так, и да. Можешь по меткам повторить, что там, блядь? Нихуя себе, блядь. Звезда, Хант. И кто, нахуй? И Шалфир. Кружок, Рианти, Притон, Ромбик, Вадикон, Эя и треугольник, Рвист и Ворлд. Если кто-то с них сдохнет, имейте в виду, блядь. Диспелим сразу. И Рексар. Если кто-то с них сдохнет, Синтек пойдешь на рейндж. Чего нету, блядь? Еды, что ли? Так,
Масло, ну-ка. Сколько там? А, все, кончилось. Все готовы, да и отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Последний приход проебал на предыдущий пул, а? Вы перебегаете за спину, или вы чё, или как нахуй? А, сори нахуй, это блин РНЖ, челики дамаг получали. Просыпайся уже. Вроде говорил, что после леди просыпаться. Наебал, наебал, получается. Понятно. Зря с первого трая, блядь, закрыли, надо было вайпаться. Не согласен. Вот тогда б точно проснулся бы. Сколько было на сроке ДПС общего, никто не помнит? 430. Угу. Ебать, там и робота нахуй, и каратреса можем закрыть. Что, Вилания, ты больше не паладин, ты понял? Люди это кливают мобов, из-за этого только ДПС. Там смело двадцатку можно срезать. До 20. Это ты далеко очень, Хант, нахуй. Так сильно... это, слышишь, убегает, но... топа, это... На тебе Элли, маг, разверни его. Уже итоговый ДПС, а бурстовый у нас был гораздо больше. Значит, по-любому робота там убиваем. Убиваем, я говорю, что на эту неделю в нем. Это все заебись, но там 4 стака, ебать, следующий придется уже это, готовиться. Да ты задец. Все, готовьтесь, ебать. А вот слизень его сейчас соединят. Готовимся бежать. Бежим. На место возвращаемся. На место, ебать. Рянчи умер, я выйду. Да, выйди и его резай. Эхо за где он? Ищи, блядь. Кружки. Могу резнуть. Кружки. О, блядь. Мы сейчас бьем. На рейндж, друид инвалид, питон, выходим. Сука. Подымить. Там Равис, блядь. Кого еще раз? Друид инвалид, Рависта. Рисую Рианти. Щит на себя сразу жми. Тучку сразу жми. Да, Равис этого. Фулл баф даю пристабафом. Постоянно в рейндже, стойте в рейндже. Я захожу обратно. Да ёбаный насос, да, нахуй. Это убегаю. Сука. Дарасы, блять. Этот, Вадикон рисы, рисы Войда. Тинтек на рейндже, стой. Стою, стою. Ой, ебать, ладно, похуй. Так, 4 стака есть? А Гера не было. Хищение жизни кастуй, там притон почаще. Ману себе подресы. Диспельте с ворлда нахуй. Сейчас глыбу держать, нажми! Демократ. Глыбу нажми! Ёбаный. Ребята, вы готовимся бежать. Готовьтесь. Все, побежали. Побежали.
Ну, короче, не зыбку, и Рианти гим на хп давай, Шалфир тоже на хп. Срочно, срочно, быстрей. Эй, я глыбу, глыбу, глыбу. Блять, никто не диспелит. Синтек, сука, диспель болезни. А, он сдох нахуй. Диспельтесь, людей, они подохнут под этим дебафом, блять. Стойте на рдже, короче, друид, призванный ламур. Дайте геру, что ли, я не знаю, там 5 лямов. И кто-то еще с миликов выбегите, нахуй, там, не знаю, потому что заблюет милизона, и мы подохнем, нахуй. Сейчас, папа, движет. Каскатриси, диспел. Юля, проведи чуть вперед. Я рот ебал, нахуй. Вы не диспелите нихуя просто. Один хил остался. Добивайте, я не знаю. Хули добивайте, нахуй. Блин, я был геру, дайте добить. Я не знаю, а что босса а уже без геры бьем. А где гера с пула, нахуй? Или как? Или что это, блять? Ты не сказал, ее не дали. Ну не сказал, нахуй. Я сказал, дважды добивать. Это пиздец, нахуй. Если алло, блять, как дайте слышно? Диван. Я еще раз говорю, нахуй. Дебаф надо диспелить, нахуй. Я сдох, хули вы не диспелите его. Люди с ним сдыхают сразу, блять. Или как? Или хуево слышно, блять? Я не понимаю. Я хуею просто, блять. Каждый раз, когда в тебя блюет, похищение жизни кастуй. Порталом, телепортом переходи из лужи в лужу. Чем могу помочь? 430 ТПС, блядь, задушить не можем, нахуй. БР и все в КД, дохнуть нельзя. Гигр хил в основной состав ЛМ от 19 лемов набирают, блин. И хуй на них нах. Сейчас, блядь. На следующей неделе выйдет нерф. Лемов? Ну как, но все равно должно подрезать маленько. Да нифига они там 35 жмут, вообще бред. Сказали, что еще дестриков почему-то собираются нерфить. Если их рубанут, они опять дамажить не будут, это стопудово. ДК, блядь, вроде еще должны быть. Ну, ДК и дестриков. А нахрена дестриков? Че, дестрики дамажат так хорошо? А ДК-то... Дественников, блядь. А ДК-то нахуя? Ну как ты нахуя? Надо паладинов просто апать, да и все, блядь. Интересно, интересно, вот вы АФК или что это за хуйня? Я прибежал сначала инста, вы лежите. Еще что, соф апнут и мутиков маленько. Ну, здесь лучше апать, а не нерфить. Да, нахуй. Блять, я сам, блядь. Я бы ров понерфил. Ну, ты их наоборот апал. Тише, блядь, каких нерфов, нахуй. Я хуею с такой хуйни, нахуй. Питон, давай шкаф сразу. И главное, про элемов там ни слова. Бля, левый пиздец, зверский нахуй. Ну тыкните, ёбаные по голове, блять. Алло. Там защита от природы стоит у кого-то вообще? Ляха, ты уже на всех тогда прота кидал. А чё, я не на всех кидаю? На ДК не кинул. Сейчас кину, мана кончилась. На Сэджу. А не, всё нормально. На мне все есть. Я вижу, у кого всё есть. Всё, даю. А, вообще-то шаманы могут пучок ставить. Начинаем. Пока все живы, говорит, давайте геру, да? Ставьте либо этот тотем от магии природы, либо пусть дух вырубит хан. О, кто-то поставил, молодцы. Окей, проебу урон. Да ничего страшного. Yeah.
его стоите, четверо блевал. Большой под боссом, да. Большой под боссом, да. Четыре стака готов. Сейчас будет взрыв. Готовимся. Побежали. Глыбы, глыбы, маги, прожмите, не сдохните. Да ебаный синтек на рейндж. Ай, сука. Блять, ебаные мудаки, нахуй. Нихуя не сделать, нахуй, нельзя, блять. Так, что это, 2 милика? 2 милика, притон. А мой синтека сейчас откатится, Берт. Есть, не шпритона. Кто вас пиздит там, нахуй? Вы там в луже стоите? Не резать чужников. Ладно, не буду. Взрыв будет сейчас. Готовьтесь. Побежали. Массакру. Внизу будут. Шалфир на хп начинай, как это проблюешься. Я на рейнже останусь, нахуй. Не знаю, дрочь ебаная, нахуй. Ну-ка, дай абсорб. Опа, плащик. Да, я плащик выпил? Сразу отдам, и мне надо отойти будет. Вот. Блять, что за хуйня? Ну, короче, гламурчин. Так, ой, теперь стой. Ну ладно, похуй. Меня какая-то... Че, отдал? Отдал кровь там, нет? Да, да, все, забирай. Пойду на пару минут. Вон там Рианти скинул. Так еще. Конем, скажи, вперед. Ну это кто-нибудь сил, пошли, сразу пройдем и нет. Единственное звание, блять, рукава акушера смерти, нахуй.
Да, зачем на плащ заходил? Спасибо. Кто на плащ заходил? Заханыч. Но все равно рарник что. Это. Так, ну я думаю, нормально, все должно быть на профи. Надеюсь. Надеюсь. Хули проф несложный. Пишите черно. Минута есть, что ли? Стартуем уже. Я не знаю, что у вас за привычка там, блядь. Беликура никто не давал, блядь. Минута на что? Поссать? Дойти до холодильника, взять воду и вернуться. Ну, быстрее иди. Так, ставлю рыбу. Здесь. Это сделал секунд с 20. Хорош. Что там, Войд, хватает раги, да, в первого зеленого плюнуть? Ну, если это, они настакают с пулой, все, и потом уже босса вот. Угу. Все, хватит, заебись. Там буквально даже 8 единиц хватает. 8, 16 хватает. Так, метки, чтоб не проебаться. Так, где нахуй что-то взять? Тут одна. Тут оставлять природу, нет? Ну да, наверное, хуй знает. Ну окей, оставлю. Так, верка завершена. Все тут, да? Так, ну давай, кто в кукле там, пей, пока ее ход, идти. И это время жрем рыбу. Присобав и НТУ раздали. Че, сколько там? Нет, что-то 8. 8. 16. Все, давайте потихоньку так. Даю отчет. Чумой, смотрите, луна, которая перекидывается, не окажитесь вне рейда, кучки рейда стойте, чтобы она все постоянно перекидывалась, а то она вас убьет быстро. Переводим. На full DPS переводим. Дебафы смотрим, зеленый в треугольник, быстро. Криптоэл побежал. Пельмени с профа скоро полетят, смотрите. Берегитесь. Пельмени. Вон они летят, уходим.
Вы там добьете или что, нахуй? Сейчас еще кинет, еще одни пункты. Лужа. Красный. Берегитесь. Племени. Питон. Дай весь тынер по войду. Лужа. Вышли. Берегитесь. Пельмени отошли. Блять, сука, синтек, нахуй. Лагина. Друид инвалид, резай его. Какой там? А, зеленый. Пельмени. Пельмени летят. Три секунды рыжий. Процентовку смотрите, переходка на 35, если что. Не проявите, а то я не вижу ее. Красный. Завис. Пельмени. Синтек, ману, ресай, блядь. Ресаю. Проси и на руководство, блядь. Сухой, блядь. Будем стопать, подбивать до 37. Зеленого будем еще бить. А нахуя желтый бить? Будем ставить бить босс. Так. Смотрите процентовку внимательно сейчас. Пельмени отошли. Зеленый выбирает, сейчас пизда будет нам. Да сбегитесь туда быстрее. Дайте ему время, чтобы он до вас дошел. Чё за хуйня? Синтек, ресы, хулидринка быстрее. Переводите босса. Резче, дамажим. 5 секунд. Пельмени отошли. И дебаф смотрим. Зеленый, красный. Хант, сука. Друид инвалид. Чума, нахуй, встань в рейд. Что это за говно, нахуй? Ладно, слизня бьем. Они в углу стоят, ну кто бить-то будет? Ебать вас некому, нахуй. Криптоэвил, баран, нахуй. Даже желтый не бьют. Кого не бьют, желтый? Давай, ты ничего не видишь. Тихо. Хули не вижу, я вижу 15 тел, нахуй. Стоят треугольники, нахуй. А криптоэвил у стола, нахуй, зеленый выбрал. Бейте зеленого, блядь, зеленого бейте. Незыбку давай, массакру давай. Быстрее красного добейте, он ускорится сейчас. Добейте. Все, Вадикон, ресай войда. Сука, повезло, пиздец. Бейте нахуй. Все встали в одну пельмени. Встали, это, в сову нахуй. Вадикон, сюда ко мне, в крест встаньте. Вот тут, блядь, хули вы рассосались, как дауны нахуй. Пельмени отходим. Куда вы дугой рассосались, блядь? Все, вернулись. Так, таунтит. Два стака уже. Вадикон, следующий таунтиш. Превращайся в медведя таунти. Сука. Все, 3 своровал. Велаша сколько? На Велаше 2 было. Пельмени отошли. Не словите пельмени, нахуй, не сдохните в луже, блядь. Пиздец, я лагаю, нахуй. Вадикон 1 стак. Сейчас до 3 пускай заберет. У Вадикона 3. Пельмени отошли. На 3 Велаше будет хукмастер. Кто там? Лингрен забираем. Кто еще потаунтить может? Вышли служи, вышли. Хукмастер может. Ну давай, хукмастер, действуй. Это один на рейндж.
А у меня один. Хорошо, все, добьем. Все, не надо ничего, бейте все. Берегитесь. Отошли от пельменей. Гляньте, дай на хп. Что, добивайте. Пиздец, что ты там тупо говоришь, желтый, что-то я не понял нихуя, к чему. Что это за... Потом глянешь. О, ГЦ. Крипто Эвил, какого хуя ты, сука, под столом, блядь? Ты что, не в курсе, что мы в треугольник сбегаемся? Или нахуя я это ставлю? Или ты первый раз тут? Второй раз. Пиздец, блядь, повезло, что не... А они... я смотри, как я картину, нахуй. Он стоит под столом, слизень его выбрал, нахуй. Челики стоят в углу, нахуй, в треугольнике, ждут, когда же слизень, блядь, к ним придет, нахуй. Это пиздец был кридж, нахуй. Ладно, хорошо, убили. Пойдет. Чисто рейд уже по старой памяти играет. Я вот что-то посмотрел, послушал, какой это ругается. Что-то я не хочу в 25 гир ходить. Надо, надо, нормально, ничего. Это он спокойный. Это еще хуйня. Ну да. Когда он скажет, что все, уже все, вы меня достали. То ты не был на собаке. Мы квест будем делать? Когда ее осваивали. Я тебе больше скажу, мы его сделаем, нахуй. Ну только там не зайдите тогда внутрь, там давайте машинки, не машинки. Войт, а как у тебя имя-то обычное? Слава, да? Да. Слава. Слава Марул. Все, хорошо, добро. Слава, что ты сделал? Я хуею, блядь. Еще и токены никому не надо приставать, хули. О, нифига себе, по халяве досталось, отлично. Ну у меня, видишь, у меня 45-й шмот, нахуй. Я вообще бомж ебаный, нахуй. А я хули приор слил, сейчас буду копить теперь. Чё, будет 3 277, да? Не-не, 2 танки больше не делаю. В танке только Т5 теперь. Войд, осколок, войд. КТ. Ага. Так, надо теперь, чтоб топа с Сэджу слили приор. Хуёво ранику нихуя не надо. Не братан, да. Братан, нахуй ебал ты печеньку записывать? Карбонара, блядь, у тебя не тот итем левел, чтобы в геру идти. Понимаешь? Не, я же ничего, я просто спрашиваю. Я же интересуюсь, я же не говорю, что да, все, давай, выкидывай всех, бери меня, блядь, если... одевай, ебать. Не-не. Извини. Если бы ты, это... Ну, я не знаю, тактика как у тебя, ну, если бы у тебя итем левел подходил, если бы ты на замену подходил, то тогда да, а так ты просто зритель. А, да без проблем. Хотя бы должен был девушкой нахуй. Геру 260 плюс. Не, я лучше буду мужиком и, знаешь, годочек подожду. Нахер. Да какой годочек, нет, нахуй? Пару месяцев, да, оденешься на. Понятно. Да я и просто ЦЛК 20. А вы, кстати, этот Золоман уже закрывали обычку, нет? Или ну, туда там тоже что-то закрывали, я... Сегодня вечером пойдем. Не идите туда, пожалуйста. Я наблюдал, как... Сэджо, а мы можем завтра вечером сходить? Нет, сегодня. Надо сегодня идти. Я не понимаю, что вы встали, нахуй? Смотрю, пошли. А там 264 там, и там левел падает. Сколько там, Слава, было? 6 или 7 трайв? Мы квест сделаем, нахуй. Так уже запустили. Ну все, уже зашли. Это мой ДГП, это он сказал, пошли. И что, нахуй? Ну, мы выманиваем глазом нахуя, чтобы рейд АФК стоял, чилил? Или как? Чтобы это... Это все и без этой... Ну так это убивается все за 30 минут, блядь, что ты, блядь, ропишь? Все, пацаны, давайте. Нет шанс на ошибку. Да. Будет сказал, чё ты рофлишь? Ебать. Ответственно, закинь пока. Ребят, как я понял, на хиле самое лучшее сочетание это чешка и травма, да? Потому что приз вчера на Регорне, я не знаю, толком ничего ну, такого да, особо травма, не делал, но там так накидывал, блядь, просто. Травма, заебись, чешка, угу, заебись. Угу. Вот слово матери скалы будет, угу, вот все, ебать. Топовый тринит, топовая пуха. И че, и че? А че еще такого интересного, ну? А Бэмэна. Здесь будет в хурюка превращается. А Бэмэна. Школьник, Бэмэна, ебать. А если чешка героическая и обычная, они не стакаются нельзя, да? Надо ввести новое правило, чтобы челики, чтобы в геру попасть, учили алфавит от БМ, да? Мне кажется, здесь будешь тут только с фриками сидеть, нахуй, по да, у меня. Тут и все. Алфавит разный. В этом месяце такой приоритет. В следующем там индийский алфавит. А здесь в геру хочешь попасть? Там даже не тайтем левел, а там
13 хотя бы ДПС. Опачки, поврежденочка. 300 голды. 400, а 650 не хочешь, брат? Ой, это еще это вопросик. У меня друг со мной играет, он в другой гильдии. Он уходить собирается. Потом можно взять 2-5-5 шаман 4-4. Да, 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 да. 2-5-5 это номер или 2-5-5-5-5-5-5 прям набираешь, он тебе отвечает. 937-9992. Жди меня. 8-800-5-5-3-5-3-5. Я думал, он тюремный номер его назвал, блядь. Да, он уже наизусть выучил. Хули, тюряга. А то на постоянно онлайн, на. Пацанов видели третий сезон? Как он адрес говорил. Кого, 358 поцелуй, говорит, меня в очко. Кого третий сезон? Пацаны. Самый кринж. Сори, не смотрю телек. Про типа супергероев, блин. Это кринжовый сериал. Это... Я думал, ты про какой-то русский сериал. Нет. Ты, конечно, видел, ебать. Такая параша, блин. Адрес говорил. В смысле параша, нахуй? Заебись, наверное. В смысле за баню? Ты чё, блядь, тебе нравится, как челик маленький в член большой влезает, или как, блядь? Видел это вообще, ебать? Да, видел. Ну и хули, не дай себе кринж, нахуй. Так никто, блядь, такого больше не делает, охуенный сериал. Нихуя себе, я тебе еще скажу, Эш против зловещих мертвецов, посмотри, там челик, блядь. Вот, все три сезона посмотрел, говорит, параша, да? В жопу, нахуй, челику, в морге челик, труп лежит, нахуй, распузом разрезан, он в жопу залезает головой, и потом из кишков такой башка, еще у него писюн болтается, нахуй, с волосами. Вот такое, посмотри, тоже нормально. Смотрите, блядь, ебаный в рот. Интересный сериал, да? Интересный сериал. Сериал, ну хуй, раз пацаны нормальные, блядь, и это посмотри. Ну если, блядь, ты такой не перевариваешь, не означает, что хуй сериал-то хуй. Я лучше украинское телешоу буду какую-нибудь смотреть от пацанки до понянки, блядь. Человеческая многоножка отдыхает, блядь. Чем многоножки, они все, это хуйня, это все нахуй. Многоножка это база, ебать, кажется. Ну да, особенно первая часть, хуйня. Ты посмотри, у тебя, блядь, отпечаток на всю жизнь останется. Я ебал такую хуйню смотреть, чё, блядь. Совсем бич, что ли? Да я хилить перестану будет. Тогда. Ой, рыбу. Мужики, кушаем. Ты хоть где-то поешь. Вон та кринжовая рыба, возле Войда я нормальная. Я вообще-то ебать охуел. Я мышку охуенную взял. По скидке. Какую? За 500 рублей. Ты еды хоть взял себе, блядь, мышку? Да, будешь потом мышку потом грызть, блядь. Что за мышка? Я Razer взял. За 2500? Охуенно, вот знаешь, вот все было ничего, пока ты не сказал. Не кликай на него. Да, пока ты не сказал Razer, блять. Там было хорошо. Если бы ты сказал Logitech взял, я бы тебе сказал, я бы хорош. Лилаша пусть на килосети. А что, все, да, залагали? Триста баф обновили. Я давал вроде. Еще тут три железочки, ебать, внутри, нахуй. Она удобная, нахуй. Не срывайте агро, блядь. На пулу, на пулу, блядь, бичи, что ли? Ресую, ресую, прием, ресую, ебать. Напулил я, блядь, ебать. Так слышно. Обыма, блядь. Бафайте. Нихуя. Пошли. Разбежались, блядь. Дал сакру. О, тупо сдох, блядь. Я хуею, вы... Ну, тихо, хватит пиздежа. Это все очень круто, нахуй, это кайфово, блядь. Ну что это за говно, нахуй? Где ложный выпад? И что там? Я отбегал. Ну, блять, а ложные нахуя придуман? Блять, это пиздец, нахуй. Они никуда не бегут. Ресы и друид инвалид его. Галмурчин, сокру. Пиздец вы бичи, блять. Кто за стороны сидит? Блять, там столько хп мало, ебать. Юля, прожмись. Гиена, нахуй ты бегаешь? Блять, вы... Я вообще нахуярю сейчас ГП, нахуй. Блять, чё, бегать тут не надо? Да. Нет, бегать. Нахуй, я нельзя, не... нахуй. Что не надо? Нельзя, блять. Тихо. Ебать смешно, нахуй. У тебя ДБМ есть? Да хуй, орю, чё ты не понял. Да при чём тут ДБМ у тебя? Общем, дай я всё понял, блять. Ладно, вместо того, чтобы говорить, кого резать, вы пиздите всякую залупу, блять. Ревист, ресы Рианти. И Катрисия, ресы Гиену, блять. И прочитай дебаф, нахуй, когда ты бегаешь, мышкой наведи и прочитай, блядь, чтоб ты понимал. 6000 урона, блядь, теперь точнее. Геру, да? Ну, он стакается еще, нахуй.
каску, этот пристебав я дал и лапу обновите. Каску не положите, блядь. Шары не уроните на. Дай по себе каску. Я на шары людей не назначал, но МВП хан ты их бьешь. Остальные помогают, блядь. Человека два. Блять. Что, дед, что ли? Он вихрен. Так продаю. Вихрь отбегаем. Топа выжил. Как так? Ебать. Вау. Место вечерю, блять. Стойте, ждите, пока скинется. Я жду, блять. Минус ДПС. А у меня кош, блять, никогда я ебал. Гламурчен сокру. Пиздец, нахуй, ну ёбаный в рот, блять. Ну нахуй ты бегаешь, гиена, ёбаный в рот. Я хуею с вас, вы пиздец, мозг где, нахуй? Ебать, а потом уйдёте, меня в рейды не берут, блять. Сука. Икон, БР по холидрин. Блять. Хочу сказать, ебать. Абэмон, нахуй. Много стаков сейчас скину. Okay. Я не могу нахуй по всей комнате бегать. Меня босс убил. А вы это меньше бейте, ебать. А Омен нахуя придумали, аддон? Так я отлетел вообще хуй знает куда. И Омен, и по Омену я был третий. Ну а как он тебя убил? Заебался им пристабав давать, блядь. Я хуею, это просто пиздец, кринж нахуй. Рейд Васьков каких-то нахуй. Да вот зачастил с этим словом. Сейчас будет вихрь скоро. Вихрь на Валанаре бывает. Лёха, дай прото. Дал. Спасибо. Вихрь разбежали. Крудал. Там кинетик рядом. Невизибл нахуй. Падает. Сука. Гламурчен, по себе каску ебани. Там кинетика, блядь, кинетика справа. Гламурчен, сакру. Келесит так близко, не так? Эй, не бей Келесита. Бля, можете напулить Келесита? Не могут, ебать. Эй, я только не бей, все хорошо. Воронка у Келесита. Ебать, у нее задержка, конечно, нахуй. На X2 она моментально откидывала. Воронка? Угу. Ну, она должна правильно работать. Я 2 секунды, типа... Кинетика справа, загинайте. Вордафлекс тоже что-нибудь нажми. Тебя сейчас Келесит будет пиздить. Талдарам. Талдарам объем. На контрасте. Тинтек, чё с маной? Я хилю. Ну так, блять, ресни как-то ее хуй имер ну, попросил. Все, нажал имер, все, нажал имер. Все нормально. Кинер экспланд.
Вихрь, 3 секунды. Вроде клан кинетика за тебя. Да-да, знаю. Даю сокру. Вихрь 3 секунды. Гламурчин сокру. Справа крестик кинетика. Да. World of Lex, нажми что-то. Луна над боссом. Кинетика падает, луна. Че там добили, нет? А, все уже. Да. Почти. 1%. А пушка, нихуя себе, воятель. Все, что я надо, на. Ой. Хуярили, чистить. Я пробую забрать, Валера. Чего? Ну вот, катушка выпала, попробуй забрать. Ну там два мага, которые, думаю, с радостью заберут. А ты забирай за сотку. Да я бы забрал за сотку. О, забирай, ты же все пылесосишь за сотку. Ты а сейчас есть. Забирай. Пышка, на стоит два. Я. Нихуя. Да там, блядь, природы не хватит. Вот-вот, я тебе про чё говорю. Кто-то дальше пылесось за сотку. О, нет, я не могу забрать пух критом на РДУ. Буря, а зачем ты такую пушку забрал на ДК? На танка? Нет, танка же есть, наверное. На леди не, да? Ты что, шотку не жал? Я тоже не жал, пиздец. Ну я полтинник жал, по идее. Было сотку жать. Блять, как дебил. Я наушники одел и слушаю, что-то звук. А звук звука нет, да? А звук с колонны, блядь. Нормально подключил. Старый ты че? Да. И кринж крепчал, нахуй. Пиздец, блядь. Такими нахуй. Ебаный рот. Я как мы лича закрываем, я вообще в ахуе. Блять. Я тут при чем, блядь? Закрываю. Ебать, пришел нахуй этот. В туалет с унитаза слушает звук, ебать, а он на колонках я охуел уже. Сука. Ебаному АБМ нахуй. АБМ, блядь. Ой, пиздец, закинули, бля. Пизда, пиздище, блядь, пиздец полный. Что, самые легкие боссы остались? А меня это сейчас ебанет. Сука. Ебаная бэма. Нихуя, я на 5 метров каст кикнул, блядь. Да потому что ты козёл, ебаный. Россия, блядь. Весь мир слушает Чайковского. Какое небо, блядь, Достоевского. Назовите, блядь. О, синтез. Произведение Пушкина, блядь.
Лестница, пожалуйста. Ой. Дай ответ снова. Ага. 10 минут фласка. Либо ебем, либо ну слабо ебем. Сейчас надо ебать. Все тира. Ой, блядь. Все же беба. Нахуя ты, Вайт, вот это вот сейчас сказал? Да, блядь. Да я хули я в присте, я вообще охуеваю, блядь. А ты чё вообще? А чё ты, кстати, вообще на ДЦ сидишь? Да я вообще охуел сам, нахуй. Не понял, как это произошло. Заставили, блядь. Проходку делаю, хули, я же, блядь, пиздец. Сейчас пойду в ЗС. Сейчас на лече будет, блядь. Т5 лутану, нахуй. И все, и буду за 0.5 считывать, нахуй. С 0 FPS, конечно, ну, блядь. Похуй. За 0.5 считывать? Чё тебе теперь по бутылке нести надо? Как трудовик. Хуя, там что-то разъебался, прям. Вот это хорошее было. Это топа, это топа разъебался. У нас 13 минут, если чё. Да, внимание, блядь, синтек. Да подождите, один трай, один трай. У нас 9 минут. Короче, ой, простите, блядь. Гламур, ты по центру на взлет. Это не смотрите на эту хуйню, уйдите назад. Ебать. Ты, короче, по центру, блядь. Ну-ка, игра, грузись. По центру экран. Да ебаный в рот, все, похуярили, короче. Похуй, а да какое у Синдека игра не загрузилась? Ебать. Да и похуй на твою игру, нахуй. Окей, похуй, ебашьте. Синтек, нахуй, раздупляйся, нахуй. Так, под жопу босса встаньте. Да я. А ну хули, она меня. Да заебал, она не в диссе просто. Может, босса забьем. Они, блядь, что. Они не в диссе, блядь. Ничего а не так. Синтек. Я не знаю, лагает, наверное, нахуй. Нахуй хули, да, тут забыли вообще. Блядь, топаю, ну успокойся уже. Че синтек? Пока, блядь, пока никто не упал. Блять, синтека нет. Блядь, ладно, блядь. Давайте падаем. Да он, блядь, нахуй грузится, блядь. Пиво нахуй. Беги, падаем, блядь. Ну, попробуем. Да все, падайте, блядь. Хули пробовать, там хила нету. Падайте, кто-нибудь кому ничего не дайте, что пришел сразу. Дади с зеркалом убьет. Синтек у вас живой или мертвый? Я вообще не эту залупу синтек клипнул, труп. Нахуй. Метки даже не доставил, ебать. АБМ, блядь. Да хули мы тут про АБМу говорим, она поэтому и не в диссе, нахуй. Вот получилось. Не, ну в Герта надо с диссом, ебаный свет. Как давай, Масрез. Топа встал там, как обычно, пиво у входа покупать. За 0.5. Реан интереса. Пошел, ебаный. Реан интереса, ёпта. За 0.5 ЕП, да? Пожи, вытащу. Пожи. Вытащу. Это шкафчик. Я так своей девушке. Своей девушке говорил, поживет еще. Да нет, у тебя девушки все забить. Я понял. Знаете, дети уводят. Видать, он, блядь, не успел. Давайте быстрее, мужики, 10 минут до квеста осталось, один пул, блядь. 6 минут, я еще упал. Такая же девушка, как у тебя. У меня-то детей нету. Вот рыба. Сумоньте синтека. Вот бэбра. Блять, вот вы вообще мало того, что вылетает, так еще и сумонить, блять, надо. Нихуя, а что сапа-то поставит? Вебра, блядь. Этот, короче, на взлетке гламур звезду станешь. Жесть. Я давай в треугольнике буду стоять, а то я вас вайпну нахуй. Синтек, давай, ромбик. Вас понял, ребята, нахуй. Ну, бля, сука, не могу себе джифса выбить, пиздец, местно. Ну, призен давай в кружке, нахуй. Нормально все вроде. Дайте пристабав, пристабав, да, нужен пристабав. Да, я что ли прист? А чё, нет? Ну, да. Кстати, вот этот квесты там, это на чё? Кого? Моба спасти надо. Всё, по- это даю отчёт. Не знаю, что делать, если тени на мне будут, я хуй знает. Молиться богам. Меня не кузать, я, бля, ногой. Колыбель, как я, бля, ступно.
Хуя-то, блин. Вот она, многозадачная. Ебать. Гламурчик. А чё, вы заведите ее на платформу? Да не слышит она, ей нет 10. Да слышит, слышит. Да есть она, что есть. Она. Видишь? Так не было тут. Не знаю. Может она мутала меня. Нет, просто фу, Войда идёт. А, Войда послушала и замутала сразу. Я эту хуйню никогда 10 минут и секунды макрос не даю, это, блядь, я промахиваюсь. Там тебе прохан. Блядь, лагает, пиздец, просто не ужасно играть. Да, лагает нормально. Ну, пытаемся, стараемся, хули. 100 текстуры заебаны. Мы знаем, да. Что заранее все, что будет, блядь, поэтому продумываем. Все тактики отхода, нахуй. Откуда, блядь? Сокру дам на первой взлетке. Авилаша на второй. Синтек. Синтека сейчас сидит. Лушка съест. Сука! Абэма, блядь. Ясно, нахуй. Там ты, ебать, чуть не проебал его, да? И на себя антифир не повешал. Пиздец. Это кринж, на туре это хуже. Ёбаный! Тебя! А теперь поешь, из дома там в засаде. Ёбаный, а ты куда побежал тогда? Ёбаный дурак. Нажимайте там, блядь, деревья, там, дубовку, ебать, что вы дубовку. Короче, я на хп сдаю, я на хп сдаю. Да на ёбаный топа, блядь. Я укусить, у меня укус был. А-а-а. Тихо, 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 тихо. Здесь... Катрися этого ресы. А тьмы заберите кто-нибудь. Топа, ты укусил меня? Рогу ресы. Надеюсь. Да ебаный в рот, нахуй! Тише, сука. Где? Этот. Равис, еще раз ресы его. Вставай. Сразу захил. А сейчас притом не укушен, а укушен. Кто из укушен мириков не укушен? Закат, значит, не укушен. Кто из мириков не укушен? Три анхолика еще не укушены, кстати. И мертр тогда это не эвел. Укушен. Я рогу укушу. Не кусайте. Блять, что за лаги? Каску и лапку обновите по нему, пристебав я дал. По роге поэтому. Укусил рогу? Пиздец, я, конечно. Это не укусил еще. Че, Геру давай. Нет, ты че, какая Гера? Ну че? Пизда. Вторая взлетка еще не была. Пакт. Все укусили, не может. Стопа. Блять, пиздец. Кто из миликов не укушен еще? Не укушен Вадикон, МВП Хант, Инвизибл. Более Дринка, Триси. Я Инвизибла кусать буду. Авилаша, давай мой сейф. Я весь Вадикона укусит. Заханыч Инвизибла кусать будет. Всё, сейчас главное вот эти 8 передайте ДДшникам. Сейчас на пакте дам сокру. Тени еще будут. Тут Тутилар не укушен, Инвизибл. Патрисия, тени. Катрисе тоже не укушен. А какого хуя? Что, блять? Букмастера тоже можно кусать. Гена банана. Притона убили. Ёбаный. Я сейчас вампиром стану. Ёбаный пиздец. Кусай быстрее. Вы дауны, что ли, сука? Убили. Нахуй вам время. А нахуй вы меня второй раз укусили, блять? У меня какой? Даже иконки не было. Чё, пиздец. Блядь. Я сказал, что кусай инвизи. Ладно. Всё, хорош бейте, блудить. Добивайте. Сейчас тени вынесите этот. ВПХ. Друид инвалид, ресни этого, Седжу пускай побьют еще кинжалами. Да убьем меня. Че, 15 секунд, Берса. Да, Берса, скоро баблы, готовьте. Реши нахуй его. Хватит лаги, я охуел. У меня, блядь, ну это хуета ебаная, надо удалять сервер, блядь, это ебаный. Да, там
Там, конечно, пиздец. Кто-то с укусом подставил меня же. Я чуть не проебал укус, блядь. Пиздец. Кринж. Кто-то, Он меня нахуй укусил. Вы че, ебанулись? Кто-то... Блядь, когда там другой ДД не укушен. Я хули дринка грызанул, потому что инвизибла кто-то грызанул, блядь, уже. Катрисия не укушен, и вы меня кусаете второй раз. А МВП, да второй раз никто был, никого не кусал. Я тыкал, его нету нахуй нигде, блядь. Да, ну я не могу, давай подумаем, где Хан. У него же мертвая зона. Причем рофл в том, что типа меня укусили, а у меня в дебафа даже этого нахуй не было. Там у него рейнджа от таргета, блядь. Я просто ментально, типа, всеми в одном фрейме. Это все, на панели укус, это все хуйня. Что, разве вторым второй раз можно укусить, блядь? Нет. Можно. Нет. Нет, просто Седжу кого-то не укусил и все. Это этот. В смысле не укусил, там. Ты что, ебанулся? Нельзя второй раз кусать же, если на тебе укус уже висит. А как я тогда вампиром нахуй стал? Может, ну, ты не укусил. Я крипту укусил еще нахуй за минуту до этого. Да, блядь, у вас просто ни аддонов, нихуя нет, нихуя не видите, блядь. Вампиров. И у меня еще раз появился на панели укус, нахуй. Ну, так ты его не один раз передаешь. Тебя если укусили до этого, то ты будешь кусать каждую минуту. Да. Ну, он не шарит, он месяц всего играет. Ты укусом продлеваешь действие укуса. Он не шарит, он всего месяц играет, ну чё, блядь. Ему надо вообще всё рассказывать. Качило. А притон, чё, тоже нельзя, чё, у тебя панели нету, не видно, на ком укуса нет, и нельзя укусить, что ли, людей? Я еще раз говорю, Ханту в чем мешает, блядь, в фрейме в одном стоять на ринже 6 метров. Я не могу стрелять. Ты что, не понимаешь, блядь. Он стрелять не будет тогда? Да, бля, а как ММ трансденсеры тогда, блядь, играют, нахуй? Как я тогда играл на Ханте? Трансденсеры подошли, поставили и отошли. Они фул в бой стоят в минус. Так от фрейма, блядь, 6 метров отходишь и лук свою тетиву ебаный натягиваешь. Ты в курсе, что всё, от всё, вообще... Блять, обилки самой, блять, то, кого как выглядит, ну, нахуй. Босс, ты можешь по нему стрелять, либо нет. Поздно. Там у него большой этот, блядь, фрейм. Мало того, что фрейма надо отойти, тебе еще на 5 метров надо отойти. У него радиус стрельбы от 5 до 40 метров. Но то, что Седжи не знал, что надо два раза кусать каждую минуту, но этого важно. Вот это да, удивительно. Я, короче, все понимаю. Ну давайте, блядь, может быть, мы узнаем, что у нас среди никому токен не нужен. Я не знал, блядь. Алло, блядь. Вар и Хан. Ну я не хочу за 400, типа, за 500 лутать. У меня одна шмотка в 260-ю загрижена, я токены не могу получить с ГМа. Гена тут нет. Куда мне его? Че, никто не нажал, что ли? Охуеть, нахуй. Че, ебанутый топ, ты, блядь, в эту игру играешь сколько? Ну я десятку нажал, типа, ну, блядь, ну запихай мне его за 500, блядь, если так спокойнее всем будет. 30, нахуй, 7 лет ты играешь, не? Опа, минус форд. Кринж, нахуй. Вот кого надо создавать, Ханта, нахуй. Не надо Ханту. Ты отдал кому-то токен? Да, Ханту. А АГП? АГП не дал. У меня бой еще, блядь. Нихуя. Ты что, токен Т10-3, блядь, отдал за десятку? Ну, там никому не надо, нахуй. Ну и выкинул бы просто и все. Не, ну это хуйня, ребята. Не, ну в смысле выкинул? Ну если никому не надо, чел жмет десятку, забирает за десятку. Почему? Все честно. Ладно, все, по 500 будет, идите. Все, чильте нахуй. Бля, как-то странно. А че вы сдохли нахуй? Мне просто интересно. Подъебало, забежали опять в три вихря. Все лутали за 500, блядь. Ну, блядь, я 10 нажал, я за сколько должен забрать? Подожди. Как комбо спадет, черканите нахуй. Вот мне и дали 50. Печеньки и Т5 отдается по установленной цене, блядь. Не, но если... Ну забери ее, она тебе нужна за 500? Вот мне я тебе не нужна. Отдам. Ну так все. Она и мне нахуй не нужна. У меня 245-й шмотки, блядь. Че, у тебя ни одной 60-й нету, что ли? Одна, блядь, мне сранит, а где? Мне сейчас ключ покупать, ебаный. Да я тебе дам сранит, не ссы, нахуй. Просто мне эти 500 ГП нахуй не нужны за нее. В этом-то и прикол. Я не могу Печенькина полутать, блядь, с ГМа. Я только что это объяснил. Вы хуй забили, увидели, что у вас, блядь, кто-то там забрал за что-то. И начинаете просто реветь за это. Че к чему, блядь?
мы играем все тебе, в одной команде, грубо тебе говоря. Какая разница, оно скидывается каждую неделю по 25%. Или что, ты думаешь, лучше выкинуть на пол эту печеньку? Мне, я заберу за 500, меня просто удивляют ребята, которые начинают... Да все, забей, там отдали, все, блин. Давайте, за давайте в другой раз, не сейчас об этом, не хочу это слушать.